Да это наши друзья, в смысле? Зачем ты начал драку-то? Чуваки, просто посмотрите на этот эпичный бой. Мне кетуна. Чпоинг. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня вместе с Аяксом, Крэшем и Сайзедом мы начинаем играть в игрушку, которая называется Хоба. Я Жанчуд. Всем привет. Привет, привет. Чуваки, это, собственно, у нас симулятор бомжа. Да. А тут с пацанами мы будем... Никит, тебя вообще не видно. А я... Ты тупо зашкерился, слушай. Да, реально. Не видно. Короче, чуваки, игрушка внезапно нами была найдена, она начала хайпить, и мы решили, почему бы нам, собственно, не повыживать, не посмотреть, что это вообще такое за продукт. Собственно, тут у нас сидит какой-то чувак, что к нему надо подойти, что сказать? Да, Миш, давай читай. Я читаю. Чуваки, это чисто Skyrim, короче. Майснер, ага, 10 часов. Эй, чувак. Я не чувак, я Майснер, зовут меня так. Ладно, Майснер, нашел что-нибудь интересное? Ну да, вон тряпки, доски для хижины пригодятся. Ага, ничего-то тут... Извини, что перебиваю тебя, но вас ничего не смущает? А почему я не могу с ним поговорить? Миша, короче, говорит. Да, Майснер, я ваш этот, переводчик. А что, с бомжиного, короче. Майснер отгрохал какой-то отельчик, и мы это его вот спрашиваем, к себе готовишься? Ну да, говорят, она будет суровой, без хижины и верная смерть, он про зиму говорит. Эй, чувак, Майснер, а ты не знаешь, как я сюда попал? Я вообще нифига не помню. Судя по твоему виду, ты нажрался где-то в городе, а потом заполз в яму и отрубился. А ты не знаешь, где я мог нажраться? Не, не в яме точно. Спроси Фургрима. Пьянки — это по его части. Блин, даже имя вспомнить не могу, все, пора завязывать. У нас есть какой-то Фургрим. И правильно, кто знает, вдруг ты в следующий раз вообще сдохнешь. А это мысль. Так, я могу что-то выбрать. Чего пьешь, нормальное бухло. Итак, зима близко, поболтаем, обмен. Обмен. Короче, смотри, там синий, типа, это типа то, что ты можешь с ним поговорить. Синий. Это сюжетка, а все остальное это просто, да? Требует да, да, да. 10. А тут проблема, нам, видимо, каждому надо с ним поговорить. Да, нам нужно каждому с ним поговорить, чтобы задание типа так работает. Ну смотрите, я спрашиваю про зиму. Он такой. Да, ага. Ты про все спрашивай, синее, что можно. Ага, если у тебя не будет хижины, ты замерзнешь насмерть. Истинно так, брат. Эй, Майснер, можно я у тебя немного поживу? Совсем того, нет уж, обойдешься. Это мой отель, иди свой строй. А, типа, вы реально сейчас будете ждать, пока это все прочитаешь, что потом сами... Ну, потом, себе? Не, потом просто все потыкаем быстро, возьмем задание. Да. Окей, окей. А, я что, похож на строителя? Я даже не знаю, с чего начать, реально. С чего тут нет, ты где? Слушай, ну, зайди к Драксу. Дракс. У него полно всяких инструментов, может поделиться. А строить можешь прямо здесь, рядом со мной, никто не будет против, но яму в этом городе всем плевать. И слава богу, спасибо. Я спрыгнул! И теперь спрашиваем про бухло. Тебя не дам, я его сам набодяжил. Первосортный жизнедар. Название клевое. Отлично, а как его бодяжить? И не проще взять дешевое бухло в магазине? Не, нафиг магазин. Этот божественный напиток почти халявный. Главное знать, где искать. Найдешь недопитые бутылки, приноси мне. Так и быть, открой секрет своего искусства. Ладно. Насчет жизни дара. Блин, чувак, там... если бы ты... Чё? Нет, всё, это можно тоже выходить. Синее. Да? Да, да, просто там, ну, типа, это задание, кажется, у меня первое. А, окей, окей. Короче, если бы эта игра была бы не на русском языке, мне кажется, было бы не так клёво. Потому что тут так, вот реально берите нужно прям задание читать. У него. А Никит да? Вон ходит, вы можете наблюдать, как Никит на картонах сидит вон. Там. Чуваки, просто посмотрите, что здесь вообще происходит. Яков, бери задание. Тебе... В этом разбираться такое ощущение, что я какой-то мод поставил на, не знаю, Industrial Craft в Майнкрафте. Ну это же свистец. Это реальное MMORPG. Пробом так, за. Хорошо. Взяли, атака да? 10, защита 10. Чё взял? А, кстати, как проверить, взял ли задание или нет? На А вот да. И... Смотри, такой... бармен, лагерь, почему болит голова? Вот, три задания. Да, три задания. Угу. Смотри, бармен, короче, тут надо вот к этому мастеру принести сомнительный выпек и сомнительный напиток две штуки. А у меня а лагерь надо зайти к Драксу. А у меня три задания, смотрите, бармен, у всех лагерь задания. И почему болит голова. У всех три задания. А лагерь нужно зайти к Драксу и, короче, мебель попросить. Ники, ты идешь к нам или там будешь подождите, сидеть? Ко мне тут какой-то рабочий доебался. Что? Идем выручать Никита. Да, реально, сейчас бомжи штат мутухают. UFC, пацаны. Бля, Никита сейчас отпиздит там. Мы чисто Конора Макгрегора косплеим. Ой, я в тюрьме! Бля... Ну все, Никит, вот так вот без нас ходить на улице. Смотрите, мы тут можем строить что-то. Да, тут, да. Вот тут наша территория для дома, постройки я дома. Я предлагаю, ребята, везде. Начать строить нашу хижину прямо сейчас. Наша мы точка. А то есть на Никита пофиг, пусть в тюрьме нет. Сидит, да? Да, в тюрьме вместе. Сижу, меня посадили. Ну все, там нормально. Так, изготовить. Ну, мы пока ничего не изготавливаем, идем на задание. Да, нужно только найти. У нас еще карту, посмотри, у нас шедевральная карта, нажми на М. Блин, чуваки, я буду жить чур вот здесь. Мне прям здесь нравится. Посмотри, я не вижу. Карту наш как в жопе. А где карта? М. Так, а где вы? А мы. А ты где?
Пацаны, нам в ту сторону надо. В городе. Жди, вот тут выйдем. Манеки-то я, короче, вам, всегда. Вам скажу, как надо, короче, мусорки лутать. Ярик, она уже в другую сторону вроде, нет? Да, тут выход здесь. Понял, Ярик, нам нужен Некит сейчас срочно. Мы живем, короче, под трассой. Да. Смотри, вот открывай, Миша, вот здесь вот. Так, открыть. Видишь квадрат, алло, да? Здрасте, я заливаюсь. Тут, короче, как в этом сапёре. Тут, типа, показано, короче, где говно и где не говно. Вот. Ага, я понял. Любопытная находка, то есть здесь... А если восклицательный знак появляется, это значит, что... Нажимай на нее, и там мини-игра, короче, но она очень... Вот ты в говно наступил. У тебя одежда провоняла, короче. А как ты это понял? А, я вижу точно, я же забыл. Стоп, получается, вот. Рядом с говном... Подожди, я не понимаю. Миш, ой, смотри... ачивка, а вдруг повезет? Миш, видишь, рядом я с говном могу тоже с говно? Короче, да. И смотри, если ты нажмешь на вот этот вопросительный знак, то там будет мини-игра, короче, там, типа, крутой лут может попасться. Ну давай поиграем в мини-игру. Только если ты просрёшь, то у тебя опять одежда заговняется и ХП может превратиться. Ну давайте решим всё-таки, знаете что, кто будет лутать, чтобы, ну типа, не провонять. Да, чтобы у кого-то одежда не пачкалась. А как взять задание у этого чувака? Мы же объясняли, там синий клацаешь все кнопки. Давай я ему помогу сейчас. Там, короче, да, всё синий клацаешь, и у тебя должно быть третье задание. Ты играешь в мини-игру? Жизнь не дар? Ещё нет. Так нажми на причину. А, играю, всё, сейчас. Только нужно нажать, когда зелёное. Да. Угу. Ну я профессионал, чуваки, Балтику-девятку взял, или что? Девятку, это? Реально? Просласт какой-то. Ну выгоди как Балтика-девятка. Смотри, всё, вот нормально. Здесь есть магаз. Настроение плюс 10. А, взять. Ты выпил уже, что ли? Ой, нет, я походу магаз не выпил, я просто взял в инвентарь. Да, там смотри. Вечник. Да, на инвентарь. Вот здесь, короче, есть табачка. Смотри, 50. Чуваки, мне нравится эта игра. Смотри, что продаются. Так, табачка, нормально. Войти, о, табачник. Так, здравствуйте. Вообще, он что-то говорит? Тихо. А, нет, ну он не на русском говорит, ладно. Да, купи, не на русский, но похоже. Ой, что... сига, жишка, может быть, жвачка, бутылка пива. Тонкий журнал. Интересное чтиво. Плейгай. О, журнал для взрослых нормально. Плейгай, надеюсь, там только мужчины. О, на бутылку пива хватает, пацаны. А я его только что из мусорки достал, прикинь, мини-игре выиграл. Нормально. Нормально. Пацаны, давайте решим, кто у нас будет в говне, короче, кто будет чистенький, красивенький. Давай я красивенький. Двое чистых красивых. О, пацаны, определились. Мы с Никитом красивенькие, а вы в говне. Мы в говне. Ну так мы и думали, Ярик, погнали копаться. Понял, лутаемся, Яков. Да, вы профессиональные. Вот это в мусорке особо не смотрите, потому что вы если там испачкаете одежду, вы потом у людей не можете попрошайничать, короче, вещи. Ну я могу в мини-игры играть, потому что я профессионал уже. Ну я тоже. Только если понимаешь, что ты проиграешь, то у тебя, короче, будет опять. Я кофе, я выбил себе кофе. А я не проиграю. Ты можешь, короче, смотреть просто, как мы мусорку обчищаем. Угу. Чуваки, тут такой прям чисто киберпанк. Да, киберпанк реально. Вот ребят, я кофе уже выбил себе, кучу кофе, понимаете? А кофе нам зачем, чтобы не спать? А я, короче, нет, странная ткань. Кофе вообще-то для энергетики, как энергетик действует. О, Никит, смотри, тачка к нам приехала. Забираем. Пацаны, иди сюда, иди сюда. Сейчас, да, подожди, я последнюю... Вот это, вещи для вас специально, иди сюда. Слушайте, смотри. А вы не хотите на Миську пойти? Да, сейчас пойдем, смотри. Да. Миш, это тебе. Там смокинг? Ой, тут пацаны сидят. О, смотри. Здрасте. Пацаны, дайте денег. Миш, ну чё, давай ты... Я сзади, ты спереди, да? Кто подкинул это, пацаны? Миш, приступаем, давай. Ничего такая, да? Нормально. Ну я драку с кем-то начал. Какую драку? Не... Вот! Да это наши друзья, в смысле? Это наш друг. Зачем ты начал драку-то? Чуваки, просто посмотрите на этот эпичный бой. Некет умер. Ты чё откинулся? Ты видел драку просто? Это один удар за... Блин, ты вообще с концами умер? Нет, я воскрес. Не надо, не тыкайте просто так, типа, это понимаете? Тут ещё есть фишка, как доверие, типа... Ну конечно, блин, это наши друганы, в смысле, они сидят чили. Да. Пацаны, я драку начал, нормально. А мы не можем фонарь забрать? Слушайте, тут свет такой классный, взяли бы фонарь. Ты хочешь уже студию звукозаписи устроить и света... Дискотеки. Да, но мне кажется, для этого рано слишком. Короче, мне не получается мусорку облутать. Ну и фиг с ней, пошлите на сюжет. Погнали. А он со мной не разговаривает. У тебя там шанс написан, типа, который ты можешь... Да, со мной тоже не разговаривают. Неинтересно. Да я же с тобой-то понятно. О, со мной разговаривают все. О, со мной... Отойди! А со мной еще не разговаривают, это походу разговор. Миша, смотри. Пацаны, мне 35 дали монет. Ты что, охренел? Достижение, извините. Клянчить. Иди приставай кому-нибудь еще. А я могу украсть, а если украдут, то меня посадят, да? Капец. Я не буду.
Короче, я разгадал тактику. Надо сначала с ними говорить, а потом клеить. Смотри, тут магаз есть, короче. Никит, сколько у тебя процентов было? У меня 30%, мне нихера не дали. 95 у меня было. А, ну понимаю. Чуваки, здесь какой-то парень пьет пивас, и он походу по сюжетке, потому что текст синий. Где вы? Так нет, синий, это просто поговорить можно это с ним. Это просто, да, по базару. А, и привет, как дела? Слышите текст? Зрямба, эх ты, ты щаномана в ро игы. Чего? Пьяный, да? Дальк, погодь, у меня выносливость. Десантура! Нет, ты ноги сейчас можешь сломать. А, да? Да нормально. Нормально. Никит это не смущает. Вот смотри, тут домик Дракса. Ой, здрасте, добро пожаловать. Вот он сидит, смотрите, это бомжи какие-то сидят. Ой, здрасте, ты кто? Это Мако. А кто из них Дракс? А вот этот муж Дракс. А вот который... этот, ну, вот Виктор, а не, это Виктор второй. Дракс, Виктор который второй? Стражи Галактики? Как Виктор... только найдете Дракса, скажите мне, я его прочитаю. А вот Рыгун тут есть, и Пончик. Мне кажется, это не Дракс. А, так может нам вообще не к Драксу? У нас же три задания. Надо Дракс. Дракс нужен. Посмотрите, вон к Рыгуну зайдите. К Рыгуну? Здравствуйте. Привет, как дела? Не до тебя, отвали, чувак. Ухожу. Вот гнойный есть. Есть. Можно гнойный. Надавить. Есть кто дома? А чем это вкусно Пончик. Пахнет? Эй, как делишки, да ты их рассказывай просто отлично. Ну, короче, круто. Меня, ребят, меня обосрали только что, что я воняю. Отвали, я ничего не готовлю. А запах говорит об обратном. Какой запах? Это от тебя запах. Брысь отсюда. Бля. Уйди. Озвучка 10 из 10. Пацаны, я не понимаю, делайте Дракса этого дебильного. Все. Никит, давай ты у нас будешь озвучивать. 10 из 10, Никит, просто, да. Спасибо. Посмотрите на карту, у нас Рыгун Пончик. Ребята, я взломщиком буду, короче, я взламываю замок сейчас. Ярик, так это ж не здесь. Так, что там насчет гнойного? Задание лагерь выбери. Гнойнюка. А как взламывать? Эй, как делишки? Для таких раскладов просто отлично. Ну, слушай, нормально он тут живет. Чисто райончик такой, да? Да. Вот, Дракс, привет, дружище. Так. Товарищи, по несчастью, можешь поторгуем? Не-не, Ярик, давай это по... выразительней, пожалуйста. Ты хочешь сам? Давай ты тогда. Не-не-не, ну, ты тоже можешь. Не-не-не, давайте я. Давай-давай. Сейчас я быстро квесты возьму. Собака это... живая, смотри. Подожди, это кому надо подходить? Что, вот давайте. Драксу. Я поговорил с ним, короче. Дракс. Привет, дружище. Яков. Мы не друзья. Нормально, продолжай. Мы товарищи по несчастью, вот. Не может быть, чего надо-то? Ты так и будешь весь день тут торчать. Может, поторгуем? Кто-то умеет отвечать, что-то взламывать? Вот я умею, я знаю как. Яш, иди сюда. Так я, давай тогда кто-то один. Я открою, я умею. Тогда я продолжаю диалог с Драксом, да? Да. Чего он там хочет? Так, есть три диалога. Слушай, там в трущобах есть один чувак. Майсер говорит, у тебя водятся всякие штуки для хижины. А это твой охранник? Чё спросить какой у него? Охранник? Ну, типа, да, по очереди фигач. По очереди фигач. Так, это который все про свинину толдычит? Ну да, вроде. Так это гнойный. Он раньше мясником был. И у него, в общем, кукушка слегка поехала. Но пахнет у него там вкусно. Ну да, он помешан на готовке. Если хочешь с ним подружиться, притащи ему каких-нибудь, блядь, продуктов. Например, ну блин, даже не знаю, может, мясо какого-нибудь, бля. Один мой блядь как-то разжился таким в отеле. Пацаны, подожди, я говорю, здесь... Я нашел бутылку рема и недопитые виски. Забираем. В отеле президент через черный ход. Ах, ну ладно, спасибо. Так, Майсер говорит, у тебя водятся всякие штуки для хижины. Агас, брай мебель, фишка у меня такая. Поделишься, я тут себе логово на зиму строю. Ну, вообще-то я не... Ну, бля. Ну, вообще-то я не торгую. Вот это можешь забрать, мне он нафиг не нужен. Только за место занимает. Дает вам свободный... А, самодельный стол. Благодарю. О, пустая бутылка, ее можно сдать. И материал хлам. Самодельный стол, задание обновлено. А это твой охранник. Чуваки, лутаем. Нет, мы с ним покер играем, конечно, охранник. В общем, мой лучший друг. Симпатяга, где ты его взял? Он был со мной еще в той покер. Прошлой жизни. Его зовут Борис. Борис. Если ему не понравишься, он откусит тебе... он откусит тебе задницу. Наверное, nice. Неплохо иметь такой... Найс nice как. Очень рекомендую поспрашивать цыган в шушёбах, они ловят собак, лучше не знать для чего. Ах, блин, ладно, с цыганом, короче, поговорить для собак. Ну да, цыгане это еще те, типы. Чуваки, короче, вот этот парень, смотрите, здесь, короче, есть один парень в двери, называется где Каши, вы? Его зовут Каши. Каши. И он, короче, может научить делать оружие. За 300 бакс. Я это уже все посмотрел, пока вы там... Да, то есть можно научиться потом к нему прийти... Она его здесь вот на Ференц, короче, на втором этаже. А где вообще, блин? Он задание тебе дает тоже. А ребята, вы... О, некий, да пошли их искать. Да там я уже все посмотрел. Вот здесь на втором этаже, да, Ференц. Куда ты, блядь, бегаешь, объясни мне? Ференц я вижу.
О, отпереть, давай. Подожди, подожди, да, я умею взломать. Ладно, я хрен с тобой, я сам взломаю. Своими парнями доверяю, я с ними сидел, а вот тебя вижу в первый раз. Мало ли, что ты за тип. Так, ну, ты мог меня проверить, дать какое-нибудь поручение. Кстати, да, есть тут одно дельце. О, слышите, Аферинс, походу, задание сейчас даст. Как раз для чужака есть задание, смотрите. В общем, это место нашел я хочу узнать, что о нем думают остальные. А чего сам не спросишь? Я спрашивал, но мне не отвечают, в том-то и дело. Одни меня боятся, а другие не хотят подрывать мой авторитет. Ой, выполняй его задание уже. Вы, да? Да, да, да. Где вы вообще? Так давайте скажите мне. Ну, вы зачем убегаете-то? Так, блин, я читал диалог вообще-то. Где вы? На втором этаже. Что короче, Леос теперь говорит, что нужно идти к какому-то барону. В Фу Жишкове барон. Есть некий... Жишкова. Жишка. Чисто для вейпа. В Жишкове есть один чувак, который всем этим торгует. Его бароном звать. А что ты считаешь новое задание? Смотри, вначале я подошел к Леосу, Леос сказал идти на второй этаж к тому чуваку. После этого второго чувака я подошел опять к Леосу, и Леос дал задание новое. Да, я все от Леоса идти мне, я вот после этого иду, сверху который. Просто это ж везде, типа, у любой игры есть основная сюжетная линия и всякие ответвления. Ну здесь непонятно. Если мы будем выполнять все ответвления, мы очень сильно преисполнимся. Поэтому нужно выполнять основную сюжетку. Так, мы непонятно. Давайте попробуем, почему болит голова, сделать. Окей, давайте, только мой бомж хочет спать. А как понять, хочет ли мой бомж спать или нет? А как взломать вообще с помощью отмычек все? Так там, ну просто... Ты в Skyrim играл, вот как в Skyrim? Да, просто отмычкой, как во всех играх пользуешься. Лангос, Йоланда, Микс, тут два новых персонажа. О! Пацаны, бесполезный в хлам и хлам. Какого хрена ты тут делаешь? Катись отсюда, пока я собак не спустил. Тебя спалили? Нет. Ладно. Это так просто ему говорят. Да, да, просто знаешь, голову в голове. Мистер Крон за собаку, ты что, с ума сошел? Блин, слишком холодно, я не могу спать, алло. Я заболел. Некомфортно. Никита, ты... О, я палатку нашел! Господин Котлер, ему можно продать металлолом, пацаны, вот, я нашел. А мне очень холодно, пацаны, можете согреть меня? Я нашел палатку, и тут три челика живет. Бигас, Принц... Хрена, Принц живет в палатке. А ты где, Миш? Либор Паника, не знаю. Ты наверх поднялся? Не-не, я внизу, там же. Пацаны, у меня есть самодельный стол. Самодельный стол, звездец. Ну вот, все, потерялись теперь. Нет, не трогай меня, уходи, ты в порядке? Нет, отстань от меня, ладно. Привет, как дела? Забавно, что не скипается, короче. Пацаны, я набухался, пацаны. Красавчик. А, во, я вижу кого-то. Стоп, это Никит? Да, Никит. Да, это я. Дерезь. Там палатка с принцем. Хочешь, можешь посмотреть? Сейчас скоро утро настанет, нормально. Сейчас будет теплее. На ваше здоровье влияют негативные факторы, чё? Ну, конечно, тепло, но у меня опьянение, отравление, всё, что можно. Миш, зайди к доку красавчику вот сюда. Там надо вовремя нажать на мышку, короче, на ползунок зеленый. Чтоб ты попросил денег у него. Попробуй, у меня не получилось. Звездец. Ага. А, так что сразу надо было нажать. На я зеленый. Пошел короче к костру. Что-то мне у тебя не получилось? Холодно. Нет. Mm. Оно просто отличие от мини-игры в том, что мини-игра типа туда-сюда вот этот ползунок ходил. Я выпил сомнительную выпивку. Как разжечь костер, некий, ты знаешь? А, надо хлам туда положить. Во сразу. Все ячейки? Да, во все. Я все и вернулся. Красава. Короче. Мы прошли игру. А, классно. Не, Яш, мы поняли, что здесь, короче, если выполнять прям каждое задание, мы преисполнимся. Я могу с тобой торговать. И когда будет 90 или 100 градусов, Миш, сразу, ого, как оно быстро повышается. А вы костер разожгли? Да. Сейчас к вам подбегу, то я тоже замерз. Бочку. Бочка колбаски, бочка колбасы, колбасер по пояс голый. Миш, там дальше в парке есть лавочка. Блин, звездец, здесь до сотки отдых должен быть. Ну, он очень плохо восстанавливает, конечно. Ну, у меня суперклей есть. Можешь себе рану замазать. Слишком холодно, я опять замерз, да ёп. Теперь я, Миш. Да, реально, меняемся. 7 градусов, 8 градусов, что вы хотите. А кого где? Я здоров. Можно денег накопить, короче, и шмотки себе нормально купить. Ну, слушайте, я думаю, что мутить деньги и проходить уже сюжетку мы будем в следующей серии. А в принципе на этом можно закончить. То есть такой первый взгляд достаточно неплохой у нас получился. Да, немножко запутались в заданиях, потому что реально стали брать буквально у каждого чувака. Но Ярик, в следующей серии уже. Есть, короче, подождите. Предложение. У меня есть два косяка, давай закурим. А я уже два скурил. А, понял. А я и мы с Яшей такие, ну да, пошли мы. Пацаны, я нашел, у меня просто был старый пакет, и этот рюкзак работает. Миш, раз уже не выкурили сигареты, а мне есть сомнительная выпивка, две штуки по одной. С
сомнительно, это говно. Вот у нас некий там виски ром, короче. А никак, тут нельзя, вот я пытался только что. А, дропать нельзя? Нет, торговать можно, алло, торговать можно. А, торговать. О, Миша, и где ты? Я ж, давай, закидывай мне. Так, во, одну, все. Алло, костер еще потухнет, подождите. Потух. Все, я ж, давай, фигачим по одной сомнительной выпивке, и тогда завершаем эту серию. Все, настроение плюс 3. Да, настроение плюс 3, по кайфу. В общем-то, чуваки, если вам понравилась данная серия, вы можете поставить ей палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, подписываться на ребят, все ссылочки есть в описании. Ну а с вами были Дакстер, Аякс, Крэш и Сайзет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока. Ну что, всем пока, да, получается, да. До свидания, народ.